Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 1 марта, первый день весны. Я вас всех поздравляю, это очень прекрасный. Ну, отнюдь не теплый день, но он прекрасный, потому что хороший египетский опыт, только холодный, к сожалению, только холодный. Но вообще, видео хотел посвятить птицам. Птицам я люблю посвящать много видео. Большое заседание, как бы, начиная с деревьев, вот у них какие-то серьезные там терки, они что-то решают, короче, и вот если так плавненько опускаться на землю, то прямо вот возле здания речного порта они устроили тут реальное заседание, это больше похоже на поле каких-то черных баклажан, они хоть практически не двигаются, им немного не туда навел, вот теперь точно, вот они сидят, тут греются такие все, на кураже такие, летают туда-сюда. Вообще, когда видишь большое скопище черных птиц, становится как бы немножко не по себе, как будто бы из какого-то блокбастера, как будто бы какой-то фильм тебя накрывает, короче, идет, ты там вспоминаешь, типа там Дозор, там, ну, если кто смотрел, короче, этот Дневной дозор, еще там есть какой-то Ночной дозор, там, Мел судьбы, и всякая ерунда, шелуха всякая. И вот там тоже есть вот связано с птицами, короче, но вообще, как бы, очень много развелось, потому что человек начал очень много выкидывать на мусор всяких биоотходов, и они это все жрут. Однажды я видел такую черную птицу, это типа вороны или вороны, я не знаю, ну карпы походу. Так вот я видел такую птицу, у нее не хватало нижнего клюва, это так было печально, то есть ее язычок вываливался, это ужасно. Так хотелось ее пожалеть, но понимая, что она больная, нельзя жалеть больных птиц, ну как бы, чтобы оградить себя от какой-то эпидемии и всякое такое. Ой, вообще на меня сегодня накрыло это первомарское ностальгическое настроение. Я как бы хотелось бы и снимать, и говорить, но, к сожалению, руки замерзают, поэтому я буду прощаться. Мир вам добра, любви. Сегодня 1 марта 2019 года. Это речной порт. Если кто не знает, у нас в Мозыре есть речной порт. Прямо вот здесь приземлялись когда-то корабли по нашей реке Припять. Наша река Припять абсолютно безопасная. Здесь нету никакой радиации. Здесь все идеально, здесь все прекрасно. Мы живем в другом конце Беларуси. У нас все идеально, все чисто, экологически, натурально. Я желаю вам, чтобы у вас был мир, любовь и вся фигня. А главное, чтобы у вас не было всех фигни, а просто было мир, любовь и все. Было красота. Красота должна окружать не только глаз, но и уши. Уши и главное сердце. Сердце. Если у вас будет красота в сердце, все остальное это шелуха. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Счастья вам, удачи. До скорых встреч. Это 1 марта 2019 года. Будьте красивы.